Добрый вечер, друзья. 73-й раз мы встретились. Я сделал вот это объявление. В связи с весенней обрезкой деревьев для выращивания будущих черенков для прививки снижают цены до 100 рублей. Вот, всего я их нарезал штук 200. Это яблони, груши, абрикосы, сливы, персики. Если удастся продать, 1020 я заработаю. Вернее, мы с Антоном Валерьевичем. Значит, обратите внимание, я тут ничего не делал. Я не отгребал, я не подгребал. Это просто снимок ранней весны. Так, еще лежит снег, но уже вытаяло местами. Вот. И почему? Запомнили этот снимок? Это я вместо Тимоши. И ниже вы поймете разгадку этого снимка. Теперь вот это видите вишню, да? Значит, она была перебрана. Ну, не только это просто ведро под руку попалось, под глаз. Вот. Значит, мякоть замораживаем, она кислая. Она крупнее дикой в два раза. Вот. Но все равно ее много не съешь. 5-10. Я видел, как у меня гостями ели. Даже фильм снимал, потому что проезжают люди, а деревья свисают на улицу. Можно, да, ради бога. Гостями ели, да? А в то же время кисловато. Даже вот это, оккультурное я называю. Это так. И, а после заморозки она такая вкусная становится. Это первый факт. Значит, что я еще? Вот, заморозка, она фактически, помните, я даже вынужден был вам рассказать откровенно, что мороз – это наш друг, что если даже мужскую сперму замораживают, все это проходит без следа. Извините за такое сравнение, но оно очень яркое сравнение. Значит, все, что мы замораживаем, это, в общем-то, сохраняется. Сохраняется. Поэтому один из моих советов. Красный перец начал замораживать. Потом его достаешь, размораживаешь, ломтик, каждый день ломтик. Ешь его, и никакой горечи. Раз. Черемшой я пролетел. Я доготовил черемши. У нас весь город был в черемше, потому что у людей денег нет, а в тайге черемши много. И многие пытались заработать. Везде, всюду, на всех этих, где только возможно, стояли машины, на машинах стояли, где мешки, где коробки с черемшой. Все зеленое. Я много ее купил. Но я откуда знал, что... Это мой совет. Потому что Сибирь большая, черемши много. Значит, вначале это... шинковал, потом надоело, прямо вот так вот ее прям этими вот этими самыми такими, вот такая наш напоследок вот такая дешевая по полтиннику вот такие продавали здоровенные веники черемши и так целиком совал в морозилку, совал, съел довольно быстро. И мой совет, потому что после разморозки она тоже перестала вот этот запах исчез, вот этот резкий вкус исчез. Красота необыкновенная. Ел и к Новому году съел. Еще один мой совет. Вот это то, что я проверил. Вишня становится съедобной, черемша суперсъедобный, красный перец съедобный. Все это витамины. Они нам нужны, потому что рынок нам предлагает одну отраву. А вишню можно вырастить самим. Вот делов-то. Ее растить-то не надо, она сама растет, как сорняк. Нет, ее можно убить. Но это очень надо постараться. Но наука все-таки это умудрилась.